И мы начинаем с главного. Принят во втором и третьем окончательном чтении. На этой неделе депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» поддержали пенсионную реформу. Теперь проект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Как проходило принятие самого спорного и болезненного для граждан России законопроекта и чем оно запомнилось, знает Алена Крашенинникова. Алена, вам слово. Далее, на этой неделе состоялось сразу и второе, и третье чтение, причем разница между ними была в меньше суток. Самое важное, второе чтение состоялось 26 сентября. В этот день рассматривали поправки, которые вносил президент и другие депутаты для смягчения реформы, а позже за них голосовали. За поправки президента проголосовали 385 депутатов, против и воздержавшихся не было. Однако были и те, кто не голосовал, это 65 человек из ЛДПР, депутаты от КПРФ, которые последние месяцы организовывали митинги против пенсионной реформы, причем очень активно голосовали за поправки. Очевидно, что открыто выступать против позиции президента не хотел никто, хотя свое недовольство коммунисты все же попытались выразить. Они пришли в протестных футболках, за что и получили выговор от председателя Госдумы. Коллеги, на зарплату депутата можно пиджак купить. И галстук. И галстук тоже. У нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал. В сети тут же появились вполне объяснимые комментарии в духе «Как жаль, что на зарплату депутата нельзя купить людям пенсии». А еще «За ваше избрание до конца жизни ни вашими, ни уж тем более нашими деньгами не расплатишься». Вот такие цитаты приводили. По итогу второго чтения за саму реформу проголосовали только единороссы. Один воздержался, 15 не голосовали. Кстати, среди неголосовавших Оксана Пушкина, Наталья Поклонская, Вячеслав Фетисов, Сергей Железняк и Владислав Третьяк. У ЛДПР 1 за, 39 не голосовали, у КПРФ 1 за, 41 против, у «Справедливой России» 6 не голосовали, остальные против. И вот как некоторые из них прокомментировали свое решение нашим коллегам из издания Daily Storm. Ну, как вы относитесь к тому, что 40% смертей приходится именно на эту группу? Девушка, вы меня вот поглавливаете на ходу? Извините. У нас самые уязвимые – это мужчины среднего возраста, то есть мы. Поэтому просьба ко всем женщинам – беречь своих мужей, своих мужчин. Вот я именно сегодня и принимаю этот закон, чтобы ваша бабуля получала не 12 тысяч, а 20 тысяч. Понимаете, чтобы она… Так, рано... может быть, у нас депутаты будут меньше просто получать? Ну, давайте попробуем. Шлите свою бабулю ко мне, я лично со своего кармана готов с ней поделиться. Спасибо. Так у нас много таких бабуль? Но... С кем могу в рамках отсутствия, ну там, вот то, что я могу сделать по закону, я сегодня делаю это. То, что я могу сделать лично, вот вы обратились по своей бабуле, приходите лично, 2000 рублей, там сколько там, 3, со своей зарплаты от своих детей заберу, они же незаконно заработанные, отдам вашей бабуле, раз вы не можете кормить свою бабулю. Ален, наш край в Госдуме представляет 7 депутатов, как проголосовали они? Илья, ну, напомню, да, Красноярский край представляет 7 депутатов, 6 из них единороссы, один член ЛДПР, Сергей Натаров. Он, как я уже говорила, не голосовал, и вот как он это объяснил. Давайте послушаем. По многим вещам просто не голосуем. Просто считаем, не поддерживаем, поэтому не голосуем. Для принятия нужно 320 голосов, там, больше 300 голосов находится у Единой России, поэтому в любом случае решение было бы принято. Остальные депутаты проголосовали за. Это Раиса Кармазина, Петр Пимашков, Артур Челенгаров. Он, к слову, в 2017 году стал самым богатым депутатом от края. Далее Юрий Швыдкин, Виктор Зубарев и Лариса Шойгу. Все голосовали за. Натаров, напомню, не голосовал. Эти все люди, которых вы видели на экране, это... Члены партии «Единая Россия», они отдали голос за повышение возраста выхода на пенсию. Нам удалось связаться с Виктором Зубарем, и вот как он прокомментировал свое решение. Давайте послушаем. Почему так получилось? Все-таки красноярцы, да, в крае тоже были против. Почему вот голоса все-таки завнесли? Ну, у нас проходили и митинги в Красноярске, в том числе очень много митингов проходило. Ну, были только митинги, не определяют мнение всего народа. Вот. А я работаю с населением, и я знаю, что сама работа по этому вопросу, она продолжается, обсуждение. И между первым и вторым чтением было проведено огромное количество встреч, и по поводу этого как раз президент и внес предложения тех, которые были приняты единогласно всеми депутатами всех партий.
Других депутатов нам дозвониться не удалось. У кого-то был выключен телефон, кто-то просто не снял трубку. Добавлю, что на этой же неделе приняли и закон об увольнении лиц предпенсионного возраста. То есть тех, кому осталось 5 лет до выхода на пенсию. По задумке, этот закон должен защитить людей от увольнения. Однако четкий механизм работы в законе не прописан. И эксперты уверены, увольнять людей просто будут незадолго до предпенсионного возраста. Ну да, многие говорят, что этот проект закона, закон, принятый депутатами Госдумы, не работающий, а только для того, чтобы люди немножко подуспокоились. А вот как сами люди отреагировали на такое принятие закона о пенсионном возрасте, что пишут в соцсетях, что говорят? Илья, ну реакция людей, как и с начала того, как объявили о том, что реформа все-таки будет, не изменилась. Все продолжают протестовать даже в день второго чтения у здания парламента. По оценкам оппозиционеров собралось около 500 человек, которые протестовали против поднятия пенсионного возраста. Накануне второго чтения к администрации президента выстроилась огромная очередь. Активисты движения «Суть времени» принесли 1 000 000 подписей против реформы. И хотя федеральные каналы пытались вернуть равновесие, там шли сюжеты не о реформе, а о совершенствовании пенсионной системы. Но уровень доверия к ним, как и к Путину, согласно опросам, падает. И волна негодования вылилась в соцсети. Свое мнение о законе высказали известные политики и медиаперсоны. Давайте послушаем. Госдума приняла пенсионный грабеж во втором чтении. Запомните этих двух депутатов. Вы им были нужны только для того, чтобы избавиться. Они предали всех. Итак, постановлено пенсионно грабить. Госдума обнулила себя голосами за пенсионный грабеж. Почти вся страна против, они, думцы, за. Митинги по стране третий месяц против пенсионного грабежа, они, думцы, все равно за. Есть такой способ насилия. Сначала придушить до полусмерти, а потом чуть ослабить хватку. И вот уже жертве кажется, что стало можно дышать. Так выглядит однопартийный парламент. Еще одна история, не могу не поделиться, это история одного голосования за пенсионную реформу. Проголосовал лауреат Нобелевской премии по физике Жора Салферов, которого в зале заседания вовсе не было. Сосед великого физика, имеется в виду по парламенту, объяснил, что просто неловко поставил на стол бутылку воды на кнопку «За». И пользователи нашли великолепный комментарий к этой ситуации, на мой взгляд, описывающий вообще всю суть всего голосования. Бутылка воды как полноправный участник законотворческого процесса. Добавлю, что прежде чем закон вступит в силу, его должен подписать президент. У него на это есть 14 дней. Однако некоторые сторонники Путина все-таки надеются, что закон не будет подписан и президент передумает. Но это очень странно, учитывая, что именно президент вносил все поправки в этот законопроект. Но время покажет. На этом все. Илья.